Добро пожаловать, солдаты. Хашим, цель верная. Это те солдаты, которых мы ждали. Теперь можешь перейти ко второму этапу. Времени мало. А ты что, есть не будешь? Я не голодна. Возьми, говори. Алло, Кашкар, это ты? Вы в порядке, точно? Чичек рядом? Хорошо, вас выпустили из тюрьмы. Совсем скоро увидимся, братик. Передай, пожалуйста, трубку Чичек. Чичек, сестренка. Чичек, ты в порядке? С тобой что-нибудь сделали? Ладно, ладно, не плачь, не плачь. Ладно, совсем скоро увидимся. Я скоро приеду. Этого достаточно. Чичек. Тебя зовут Чичек, да? Передай телефон брату. Организуй их выезд из Китая. Ты меня понял? Хорошо. Твое дело решено. Теперь моя очередь. Они сейчас, должно быть, убирают всех людей Хашида. Я так думаю. Но мне любопытно, что они сделают, увидев перед собой 200 человек.